Институт развития профессионального образования Республики совместно с учебно-лабораторным центром КАМАЗ проводят курсы повышения квалификации преподавателей. Кто именно повышает квалификацию якутских специалистов и для чего это необходимо, расскажет Евгений Тайтонов. Якутский автодорожный техникум вот уже третий год тесно сотрудничает с якутским автоцентром КАМАЗ по подготовке рабочих кадров для автомобильного транспорта Якутии. С 5 числа этого месяца на базе образовательного учреждения и КАМАЗа проводится повышение уровня профессиональной компетентности преподавателей и мастеров производственного обучения. Преподавать курсы специально приглашен профессор регионального института передовых технологий и бизнеса КАМАЗа Владимир Ильченко. На базе якутского автоцентра экскурсионные ознакомительные занятия с особенностями конструкции автомобильной техники проводились исключительно на новых моделях грузового автомобиля. Курсы позволяют нам, преподавателям, усовершенствовать вот новые технологии, которые связаны именно с автомобилями КАМАЗ-центра Евро-4 и 5, которые связаны с спутниковой навигацией. Да. Под чутким руководством преподавателей корпоративного учебного центра КАМАЗа специалисты подробно ознакомились с новыми передовыми технологиями, установленными на автомобилях. КАМАЗ сегодняшнего дня – это уже совершенно другой КАМАЗ. Дело в том, что если вот вы заходили в кабину КАМАЗа, вы смотрели, сколько там всяких сигнальных лампочек включается сразу на панелях приборов, когда вы включаете непосредственно ключ питания на автомобиле. И поэтому знать вот эти вещи, конечно, в первую очередь должен педагогический корпус. Педагогический корпус учебных заведений, средних, высших учебных заведений. По истечении курсов повышения квалификации преподаватели сдадут зачеты. И в новом учебном году с новым опытом поделятся со своими студентами. Евгений Тайтонов, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.